Здравствуйте, меня зовут Воробьева Наталья, мне 35 лет. Уже 10 лет я независимый партнер компании Herbalife. И до Herbalife я закончила Харьковский авиационный институт, успела 2 года поработать на производственном предприятии, на котором разрабатывала документы и стандарты. За те 2 года я очень разочаровалась, как устроена жизнь человека по найму. И я уволилась, искала себя. Узнала, что мои друзья, однокурсники, теперь это президент Steam, Иван Анцебур, горожанки Наталья, открыли свое собственное дело с Herbalife. Для меня это была лучшая встреча и возможность. У ребят горели глаза, они видели свое будущее, они зарабатывали деньги, и я присоединилась. Первых 4 года я работала сама, Дима, мой муж, поддерживал это как наше второе дело. А в 2014 году мы объединили усилия только в Herbalife, и с того момента мы сменили статусы уже Get Plus, Millionaire Team, Millionaire Team 7500. Наша жизнь очень сильно стала меняться, мы кайфуем от того, что делаем. По-женски я счастлива, потому что мы вместе. Жить общими целями – это отдельный кайф. Я очень счастлива, что мы можем путешествовать, мы можем быть свободными, и наш доход растет, но мы высвобождаем время, чтобы жить своей жизнью. И, конечно, самое классное, за нами идет преемственная команда ребят, которые уже тоже осуществляют свои мечты, зарабатывают деньги. Это отдельный кайф. А наши доходы от компании составляют на сегодняшний день 15 тысяч долларов.